Приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда Шторм, я продолжаю играть на проекте Родина РП сервер Восточный Округ. И сегодня, парни, мы будем с вами целую ночь работать на металлоискателях и искать клады. Но не с простым каким-то металлоискателем, а с самым дешевым. Я хочу проверить, сколько сможет заработать новичок, поработав одну ночь на металлоискателе с самым дешевым металлоискателем, который можно купить буквально за 5 минут игры на Родине. Поэтому, парни, думаю, ролик будет интересный, запасайтесь печнюшками, заваривайте чаёху, также смотрите этот ролик внимательно, возможно, где-то в ролике будет розыгрыш на Родине. Но я не буду затягивать, а мы полетели. Ну что ж, вот я уже и приехал на металлоискателе. Самый дешевый у меня металлоискатель и лопата. Вот давайте даже я вам покажу. Вот лопата классическая стоит 8000, металлоискатель 10 косарей. 4 минуты до ПД. Вот инвентарь, как вы можете заметить, почти пустой. Тут 2 бронзовые рулетки, всего лишь 5 вот этих досок. Вроде бы ничего такого нет. Денег у меня 364 тысячи, но их я, наверное, буду тратить только на еду, потому что попытаюсь не выходить из игры. Ну, короче, посмотрим, как пойдет, потому что ну, целый час же искать клады невозможно, потому что там ты ищешь 10 минут, потом невозможно искать клады. Ну, короче, пацаны, посмотрим, как пойдет у нас поиск кладов с этим металлоискателем. Ну, надеюсь, что нормально денег мы сегодня с вами заработаем. Вот у нас, пацаны, и пейдейчик. Погнали с вами искать клад. И надеюсь, что сейчас довольно быстро я найду клад, поэтому засекаем время. Фух, погнали. Так, вот, буквально 5 минут прошло, и у нас первый клад. Давайте посмотрим, что у нас там в нем. У нас здесь бронза 6 штук, золото 3 штуки, серебряная рулетка и крышечки арколы. Ну, неплохо для первого клада. Окей, погнали искать дальше. Больше, к сожалению, в этот пейдей кладов мне не удалось найти. Окей, ждем следующий пейдей. Ну что ж, второй пейдейчик. Надеюсь, что сейчас нам повезет и мы найдем чуть-чуть побольше кладов. Ну что ж, погнали. Итак, спустя опять 5 минут. Почему-то постоянно я ищу клад 5 минут. Окей, мы находим еще один клад. Здесь у нас уже бронзовая рулетка. Бронза 4 штуки, серебро 6 штук и крышечки. Ну, тоже неплохо. И все, больше кладов мы не можем найти в этот пейдей. Счет пока что не густо. Клады дропаются, но окей. Также залетел во вкусную точку, купил себе гамбургеров и картошечки. Ну что ж, следующий пейдей, погнали искать с вами дальше клад. В этот раз спустя 4 минуты я нахожу кладик, окей. Смотрим, что здесь у нас. У нас здесь ящик Marvel, автоящик, мотоящик и крышечки. Ну окей, хорошо, ищем дальше. Так, сразу же еще один кладик мы находим, буквально спустя минутку. У нас здесь ящик Marvel, бронзовая рулетка, серебряная рулетка и крышечки арколы. Хорошо, окей, в этот раз нам повезло чуть больше, возможно, даже сейчас найдем третий клад. Опа, и третий клад я нахожу. Вот этот пейдей прям нам дает сегодня. Автоящик, подарки 12 штук, а за коинсы 10 штук. Ну и крышечки, отлично. Вот это прям кладик топовый. И четвертый клад. Вот видите, пацаны, бывает, что в один пейдей можно найти только один клад, а бывает, что в один пейдей можно найти целых 4 клада. Это капец. Окей, смотрим, что здесь у нас. У нас здесь материалы, золото 2 штуки и материалы, да. И подарки 29 штук. Ну, хорошо, подарки решают, это очень хорошо. И все, в этот пейдей клады у нас закончились. Так, к сожалению, я немножко уснул. Сейчас 3 часа 56 минут. Но, если что, пацаны, я на следующую ночь вот эти 2 часа или сколько я там проспал, 3 часа вроде бы, я, если что, доработаю их, потому что, ну, уже 4 часа сейчас будет, уже, в принципе, утреет, как бы. Поэтому следующей ночью я тоже поработаю. Итак, ну что, ищем клад. Нахожу кладик. Что здесь у нас? У нас здесь бронзовая рулетка, подарки 21 штука, материалы и крышечки. Окей, ищем дальше. Еще один клад, но, к сожалению, здесь у нас чертежи, которые вроде бы нифига не стоят. И больше кладов, к сожалению, мне не удалось найти. Ну что ж, пацаны, сейчас 12 часов, уже следующий день. Если что, сейчас те часы, которые я проспал, я сейчас их доработаю, чтобы все было ровно. Нахожу первый клад, у нас здесь азекоинсы, 11 штук, бронза 5 штук, серебряная рулетка и крышечки. Оп, пацаны, просто простоял немножко, и у меня еще один клад появился. Такое тоже бывает, окей, погнали искать его. У нас здесь мотоящик, серебро 6 штук, ящик американских звезд и мотоящик. Хорошо. Очередной пейдей, погнали искать клад. Нахожу первый клад, у нас здесь подарок 22 штуки, серебряная рулетка, ящик джентльмена, крышечки и крышечки. Хорошо. И еще один клад нахожу, здесь у нас подарки 15 штук, бронза 2 штуки, котики 16 штучек и крышечки. Отлично. Ну и в принципе, пацаны, я думаю, можно на этом заканчивать. В целую ночь, я думаю, мы отработали с вами. И вот что нам удалось найти с самым дешевым металлоискателем. Сейчас отправимся на центральный рынок и по дешевке скупщику продадим это все и посмотрим, сколько денег мы за это все срубим. Ну что ж, прибыл я на ЦР, и давайте сейчас все продадим скупщикам. Если что, если мы арендуем лавку, мы можем это продать, понятное дело, дороже. Но я, так как проверяю, как будет действовать новичок, то мы просто продадим скупщикам. Мы просто будем думать, что мы не знаем цены. Итого у нас есть 3,9 миллионов, но у нас еще есть 41 АЗ-шка, которую давайте тоже перейдем в верты. Итого 4,4 миллиона мы с вами подняли за ночь. Да, пацаны, ну мы у
уделяли, можно так сказать, каждый payday по 10 минут, то есть всего мы где-то потратили на эти 4 миллиона где-то час работы у нас ушел от силы, ну я думаю это прикольно, при том, что у нас самый дешевый металлоискатель, и за 4 миллиона уже можно взять какой-то профессиональный металлоискатель и искать как можно больше кладов. Поэтому, пацаны, как-то так, пишите, как вы металлоискатели, любите ли вы здесь работать, кстати, давайте для вас сегодня разыграем, например, 666 азакоинс абсолютно на любом сервере Родины, просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий по теме данного ролика с тайным словом, тайное слово давайте у нас будет клад. Всем удачи, всем пока!